Техногенная катастрофа грозит городу Торецк в Донецкой области. Об этом заявили представители украинской стороны в совместном центре контроля и координации прекращения огня. Что привело к таким последствиям, разбирались мои коллеги. Одни из старейших шахт Донбасса, Артема и Южная, которые уже больше года не работают, заливают водой. Из-за обстрелов боевиков существенно поврежден водопровод Горловка-Торецкая. Ежедневно около 15 тысяч кубометров воды затапливают шахты, а на поверхность поднимается метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий. Это может привести к взрывам и отравлению людей. В городе введен жесткий график подачи воды по 2 часа в сутки. В любой момент в Торецке может разразиться эпидемия инфекционных заболеваний. Подобная критическая ситуация с водоснабжением сложилась и в остальной части Донецкой области. По данным Министерства временно оккупированных территорий, с февраля из-за постоянных обстрелов со стороны неподконтрольных Украине территорий южно-донбасский водопровод работает в чрезвычайно сложных условиях. Исправна только одна из двух веток. Обследовать и отремонтировать водопровод можно за 2-3 дня. Однако боевики не дают гарантий безопасности на время выполнения ремонта.